Электронные терминалы для приема пожертвований установили в мечетях столицы. В Духовном управлении мусульман Казахстана считают, что это позволит повысить прозрачность финансово-хозяйственной деятельности организации. От традиционных ящиков уже отказались в 12 мечетях Нур-Султана. Установка электронных терминалов ведется во всех городах страны. Стоит отметить, что пожертвования можно вносить на счет любой мечети. Благодаря этому проекту, я уверен, повысится в целом доверие, потому что это открытость, это также послужит тому, что люди, которые, может быть, с какой-то опаской не принимали участие в благотворительности, они теперь будут принимать участие в благотворительности еще больше. Это также повысит доверие вообще всем служителям, которые работают в мечетях. Это только одно из первых начинаний, новых начинаний, которое было сказано в рамках форума имамов, который был в октябре месяце. Есть много хороших, интересных проектов, которые государство со стороны готово в той или иной степени поддерживать.